Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светлана Юрьевна. Я учитель математики, и я очень рада видеть вас, потому что, работая совместно, мы с вами вместе познаем математику. Тема нашего урока – основное свойство алгебраической дроби. Цель обучения – применять основное свойство алгебраической дроби при решении задач и примеров. Критерии оценивания. Учащийся достиг цели, если знает основное свойство алгебраической дроби и применяет основное свойство алгебраической дроби при решении задач. Итак, на прошлом уроке мы с вами рассматривали, что такое обыкновенная алгебраическая дробь и алгебраическая дробь. Дробь называется обыкновенной, если она состоит из числителя и знаменателя. Алгебраическая дробь. У нее числитель и знаменатель состоят из многочленов. Что же такое многочлен? Многочлен состоит из суммы одночленов, а одночлен состоит из произведения чисел и степеней переменных с натуральным показателем. Над алгебраическими дробями можно осуществлять преобразования, аналогично тем, которые указаны для обыкновенной дроби. Свойство алгебраической дроби предусматривает, что можно числитель и знаменатель дроби умножить на один и тот же многочлен, на одно и то же отличное от нуля число. Точно так же числитель и знаменатель алгебраической дроби можно разделить на один и тот же многочлен и на одно и то же отличное от нуля число. Алгоритм сокращения алгебраических дробей предусматривает разложить по возможности числитель и знаменатель на множители. Для этого можно использовать вынесение общего множителя за скобки, способ группировки или формулы сокращенного умножения, которые мы с вами знаем. Разделить одновременно числитель и знаменатель на их общий множитель. Это и есть основное свойство алгебраических дробей. Посмотрите на данный пример. Числитель и знаменатель. Нужно выполнить действие сокращения дробей. Используем формулу сокращенного умножения квадрат разности двух выражений, преобразуем числитель и выполняем действие сокращения. Но нужно помнить следствие из основного свойства дроби. Если изменить знак числителя и знаменателя дроби, то изменится знак и в самой дроби. Это необходимо запомнить и применять при решении дробей. Сократим данные дроби. Пример А. Нужно найти наибольший общий делитель для числовых коэффициентов 12 и 18. Для этого можно разложить на множители, найти наибольший общий делитель и выполнить действие сокращения дробей. Под буквой Б выносим в числители и в знаменатели общий множитель. Выполняем необходимое сокращение. Получаем равную ей дробь. Под буквой Б можно выполнять, используя несколько действий для сокращения дробей. То есть можно вынести общий множитель за скобки, разложить множитель по формулам сокращенного умножения и выполнить действие сокращения числителя и знаменателя, то есть деление на одно и то же число. Получим равную ей дробь. В некоторых заданиях показаны примеры, когда нужно разделить одночлен на одночлен. И вместо записи действия деления используется дробная черта. То есть мы получаем алгебраическую дробь, которую тоже нужно сократить. Сокращаем, находим общий множитель для числителя и знаменателя и выполняем действие сокращения дроби.
Я вам предлагаю самостоятельно сократить алгебраические дроби. Подумайте, что нужно сделать, чтобы сократить эти дроби. То есть вы можете использовать способ группировки, вынесения общего множителя за скобки или формулы сокращенного умножения. Какие способы вы будете использовать, это только зависит от вас. Мы сегодня с вами повторили основное свойство сокращения дробей. Я предлагаю вам обратиться на образовательную платформу для школьников BillingLand. Выйти на ссылку, выйти на главную страничку, найти новые предметы, выбрать предмет алгебра 7 класс, выйдет содержание, где вы найдете раздел алгебраические дроби. Выберите тему сокращения алгебраической дроби и еще раз можете прослушать или прочитать данный материал. Для закрепления вы можете выполнить тест или упражнение. Ответьте на некоторые вопросы. Назовите основное свойство алгебраической дроби. Как изменятся знаки учислителя и знаменателя алгебраической дроби? Если у вас возникли какие-то затруднения, прослушайте, пожалуйста, еще раз мой видеоурок или обратитесь на сайт BillingLand. Домашнее задание дается в соответствии с Кундилинг. На этом наш урок с вами закончен. До свидания, до новых встреч. Спасибо за урок.